Здравствуйте, с вами Евгения. Сегодня буду готовить самое вкусное варенье из крыжовника. Для приготовления нам понадобится крыжовник и сахар. Ягоды крыжовника необходимо тщательно промыть и удалить плодоножку и соцветия. Для приготовления варенья из крыжовника сахар и ягод нам понадобится 1:1. Итак, я перебрала 2 кг ягод, добавляю 2 кг сахара, перемешиваю и измельчаю погружным блендером. Мне очень нравится рецепт этого варенья, готовится оно очень просто и быстро, а получается изумительно вкусное варенье. Как только мы измельчим все ягоды с сахаром, ставим кастрюлю на медленный огонь и доводим до кипения. Варенье необходимо периодически помешивать и убирать пенку. Варим крыжовник до загустения примерно 20-25 минут. Для того, чтобы проверить, готово ли варенье, необходимо капнуть ложечку варенья на тарелку и провести линию. Если оно не соединилось, значит варенье готово. Теперь переливаем горячее варенье по стерилизованным банкам. В крыжовнике очень много пектина, желирующего вещества, поэтому варенье получается густым, похожим на джем. Приятного аппетита! Попробуйте приготовить сами это полезное и очень вкусное варенье. У вас обязательно получится. Смотрите наши видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал овкусе.ру. Жду ваши комментарии, пожелания и предложения, а также ваши варианты приготовления варенья из крыжовника. С вами была Евгения. Пока-пока!